Прекрасно. Телепутики, да. Что? Телепутики, педики. Блин. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в модификацию на Friday Night Funky. Модификацию, которая посвящена мне, кстати говоря. Да, поначалу этого не скажешь, но тут действительно будет задействована моя скромная персона. Давайте нажмем Enter. Будем это дело рассматривать, обсматривать, обозревать всячески. Так, Story Mode. Включаем Story Mode. Значит, в файле Redmi, который предлагался к этой модификации, говорилось о том, что тут есть только две недели. Первая и вторая. Ну, правда, насчет туториала я не знаю. Ну, с туториалом что будет? Давайте попробуем его просто открыть, посмотрим, уже рассмотрим модификацию полностью. Две недели и туториал рассмотрим. 3, 2, 1, go. Вот и я! А вот и я. Замечательно. Так, я и свинка Пеппа, значит, мы... Мое лицо просто идеально приложено вообще. Left, right. Там Гэри сзади и моя рожа. Ясно, понятно. Слушайте, ну я в принципе понял концепцию, ладно, давайте уже доиграем. Давайте уже доиграем. Получается, свинка Пеппа учит меня танцевать, ребят. Свинка Пеппа учит меня танцевать, ну потому что, ну, логично. Кому как не ей. Кому как не ей, собственно, меня... Тихо. Что там и там подускорились. Оу-оу! О, успел. Блин. Все, походу, да? Я так понимаю, что на этом обучение закончилось. Так, ну замечательно, что обучение посмотрели, обучились, да? Теперь самое время в бой, как говорится. Понеслась. Поехали, неделя один, нормал. Давайте на нормале попробуем, насрать. Что ж там за неделя, что ж там за один? Поехали, понеслась. Remember. Что? Remember. Чего? Чё, какой remember? Да. Прекрасно. Телепутики-педики, да. Что? Телепутики-педики. Откуда эта фраза? Когда я такую херню? Когда я такую херню говорю? Все? Телепузик. Иногда тупой, он не понимает. И сейчас он тоже. Я извиняюсь. Я тут мимо клавиш немного. Божественный автор. Я не знаю, откуда ты надергал у меня этих обоссанных фраз. Я их не помню, но, видимо, где-то есть. Поверим на слово. Где-то, видимо, есть. Так. Да, я не могу. Так, тут пока все по стандарту, да? То есть я сражаюсь с этим... С этим обоссанным Наклзом. Которому пасть порвали. Так, ну я пока еще держусь. Вот сейчас начнется ужас какой-то. Почти. Декарт, сыграй в Country Balls XC, вторая глава. Такая беспалевная просьба там сзади. Так. Ага, пока получилось, да? Свинка Пеппа в восторге, я считаю. Свинка Пеппа вообще кайфует. Она уже стала моим фанатом, по-любому. Сейчас захрюкает от радости, наверное. Только лицо какое-то грустное. Чего у тебя лицо такое грустное, свинка Пеппа? В конце концов, там, знаете, Спанч Боб еще, господи. Я его не видел.
А ужас, блин. Там... Ну, как смог. Но все равно очков нормально, в принципе, понабрали. Более-менее все пучком. Так, сколько тут? Две мелодии или три? Я не помню. Еще одна мелодия. Так. Ну ладно, давайте уже добивать. Давайте уже добивать. Еще одну мелодию надо проходить. Так, это я, получается, на чем? Это ж я на нормале играю, между прочим. Обращаю ваше внимание. Я играю на нормале. Ха! Видали, а? Уже лучше у меня выходит все это дело. Все это дело у меня выходит уже намного лучше, в принципе. Па-па-па-па-па-па-па-па! Та-та-та-та-та-та! Давай! Ну а я когда начну уже? Я начну или нет? О, кошмар! Тя-т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 я
О, нормально, видали, там 4 стрелочки, прям четко зашло вообще, идеально. Просто та-та-та-та-та-та-та-та. Вот зараза. Да блин. Ой, у меня там голова. У меня что-то с шеей происходит. У меня очень серьезные проблемы с головой там, походу. Ну ладно, мы прошли. Давайте смотреть вторую неделю тоже на нормале. Там сейчас будет сеньора Пеловс плясать. С ними, наверное, будет, кстати, сложности. Потому что там жесткая, насколько я помню, мелодия. На нормале я ее еще не пробовал. Амунгасики! Здорово, амунгасики, пацаны! Вы полегче не стали немного, нет? Так. О, пока нормально. Пока хорошо идет. Давай, свинка Пеп. Слушайте, а свинка Пеп, это нормально вообще башкой трясет. Что-то у нее сейчас анимация поменялась, там страшно этой бабе. Так. Ха! Вот так! Нормально выходит. Практически вот все четко сделал, а? Па-па-па-па-па! Да, отлично. Как он там в жопу носит? Да, выбил. Так, ой, сейчас начнется, конечно, пожестче. Сейчас пожестче говно будет. Поехали. Да блин. Ой, все, по-моему. Вот тут, по-моему, ребята, и придет мне славный конец. Я умираю, ребята! Сейчас, как назло, там какая-то последняя нота будет. И вот она, собственно, последняя нота и наступила. Ну, в общем-то, давайте мы... Так, тут ретрай нам предлагают, но я предлагаю выйти в главное меню и посмотреть. Третья неделя, она точно ничем не отличается, да, вот этот пика. Сейчас посмотрим, пика точно ничем не отличается. В принципе, если пика ничем не отличается, то я думаю, что дальше смысла играть нет. Я уже понял концепцию. Там просто поменялись скины на Амунгасика. Там даже нету дополнительных реплик по типу телепузики-педики или что-то в этом роде, да. Поэтому можно, в принципе, проигрывать, похер. В общем, вот так вот. Вот такая модификация. Я попал в Амунга... Ой, в Амунга... Блин. Я попал во Friday Night Funkin'. Да, у меня уже все, крыша едет, уже с тимингом не запутался. Попал я во Friday Night Funkin', потусил со свинкой Пеппой, с Амунгасиками. И даже с жутким Наклзом Экзе, которому раздербанило хлеборезку. И спел про телепузиков-педиков. Я считаю, это замечательный день. В принципе, можно обводить уже красным в календаре и отмечать каждый год. 11 февраля, да, прекрасная дата. В общем, на этом все. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.